Сегодня приехали поставить жерлицы. Вот, успели сейчас поставить 5 жерлиц. 5 жерлиц поставили уже. И вот одна из них сработала. Ну не знаю, сейчас пойдем проверять. Вот горит флажок. Идем проверять. Так. Так, ну это щука. Щука. И она сидит уже. Размотка полная прозвучилась. Так, все. Есть. Щука есть. Будем пробовать. Так. Небольшая, по-моему. Не сопротивляется почему-то даже. Такое чувство, что вот только начала давить. Ну, уже клунки подвели. Так, сейчас заведем. Вот такая небольшая щучка есть. Будем снимать. Так, кто-то ее хватал. Второй раз сработала жерлица. О, жилец был очень крупный здесь. Возможно, это жилец размотал. Но будем надеяться, что щучка. Пробуем. Нет, все пусто. Сработал очередной флажок. Но вот сегодня много пустых сработок. Трогаем. Ну вот, пришли до жерлицы. Идем смотреть. Размотано полностью. Размотано полностью. Ну, сейчас будем вытаскивать. Ну, пробуем. Может, повезет. Нет, нету. Опять холостая. Причем... Нет, есть щука. Хорошая щука. Очень хорошая. Пробуем, пробуем, пробуем. Сейчас будет сдавать назад. Вот, 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 вот. Вот сдает назад. Хорошая. Ох, сильная какая. Ничего себе. Не слабая щука там. Очень хорошая, бойкая. Ну, попробуем завести. Хорошая щука. Очень. О! Смотрите. Еще бы немножечко, и она у нас свалила бы. Вот, смотрите. Вот, взялась-то совсем. Чуть-чуть. Смело четверочка. Вот. Спасибо водяному. Так. Ну все, будем дальше заряжаться. Нет, опять пустая сработка. Нету ничего. Опять холостая. Да, пусто. Вот эта жерлица уже сработала 5-й раз. И все в холостую, короче. Ну вот, будем пробовать. Есть, есть. Вот сейчас есть. Щучка. Вот она, хорошенькая. Опять неплохая. Неплохая щучка. О. Оп-оп-оп. Даем, не даем ей уйти. Луночку заводим. Хорошенькая. Вот. Все-таки мы ее выудили. Вот она. Такая. Ну все. Спасибо.